Всем привет! Всем привет! Мы сегодня с Артуром играем в игру Merge Dragons, продолжаем. И сегодня у нас среда. Мы хотим получить сундук логова. Итак, вот как вы видите, есть такая кнопочка горит, что сундук уже готов, спекся. И мы видим, что уже на следующую неделю Надя набрала 7000 очков. Обалдеть, мы еще только что зашли, чтобы сундук получить, а люди уже столько очков набрали. Спасибо большое Наде, Илана 2500 очков и Татьяна 812 очков. Большое вам спасибо. Я смотрела сегодня с утра, что сундук логова 26 человек из моего логова смогут получить. Они набрали 50 очков, чтобы претендовать на него. Ну что ж, нажимаем «Получить». Награда отправляется в наш лагерь. Сделаю так потише немножко. Вот она. Вот она сюда прилетела. И давайте вначале соединим все, что соединяется у нас, то, что мы наполучали. Кстати, да, и откроем все яйца. Я тебе надо сказать. Ну, скажи. Я, кстати, я тебя выбил 2 легендарного яйца. 2 легендарных яйца, да? Ну что у нас на этой неделе? Во-первых, получаем у нас призы. Вот сейчас я покажу призы с события, которое проходило. Все событие я не проходила, оно у нас уже такое было на этих выходных. Я получила только 6 первых призов. Да? Вот из них вот таинственные вот эти гнезда с таинственными яйцами, как вы видите. Сейчас мы все получим. Вот яйца отлично лунного дракончика. Вот, за каждое нам соединение дают вот очки, и за получение дают очки. Вот еще гнезда с яйцами ванильного дракона. И вот, это я купила просто за монетки. У меня собрало 60 тысяч монет, и я купила... Какие красивые! Да, малышей природного дракончика. Итак, давайте будем разбирать. Вот у нас, посмотрим, сколько. В первом гнезде 5 яиц. Вот ванилечки. Во втором 3 яйца. Сейчас я посмотрю, нет ли у нас ванилек. Вот еще у меня 2 яйца есть. Отлично. Сможем тогда мы 5 соединить. Потихонечку вот у нас замусоривают наш лагерь. Наши дракончики, пока мы с вами тут разговариваем. Готово. Вот 2 ванилечки у нас. Потом вот у нас такое есть гнездо с яйцами дракона Руха. Хотя, подожди, я тебе быстренько скажу. Ну? А не пора ли соединять меда с деревьями, посмотри? Нет, еще не пора. Еще не пора, я недавно их соединяла. Покажи, до какого уровня. А, что тут у нас еще есть? Подождите, яблоки уберу, тут что простые яйца. Что по медасам дела? Ну вот, смотри, по медасам дела. Вот как у меня дела. Еще не пора соединять, не хватает мне еще пару деревьев. Так, дорогие мои, дальше у нас есть еще вот такие вот классные ящики пыльных кроликов, которые мы зарабатываем где? Вот на таком вот островке, вот с пыльными кроликами, которые называются драконьи домики. Вот за эту неделю я 3 таких вот заработала ящика. Посмотрим, что в них. Вот 2 яйца. Так, эти я могу цветы продать, они мне не нужны. Ой! Случайно открыла сундук логова, ладно. Так, вот он еще здесь, слава богу, не выкинул призы, потому что я не хочу, чтобы он мне все место занял. Вот тут одно только яйцо, смотрите. Пускай оно здесь пока в пузырике постоит еще. Так, вот еще. Вот 5 яиц я могу соединить. Отлично, вот это все я могу продать, отдать. Синий листик сохранить, он мне нужен. Теневые деревья я вот эти собираю. Так, откроем вот эти вот еще гнезда. Вот эти гнезда мы сейчас с вами откроем. Так, давай быстренько. В каждом из них примерно по 20 яиц. Так, так. Сейчас я посмотрю, таких яиц у меня здесь. А вот у меня как раз еще 4 с прошлого раза осталось. Сейчас мы их насоединяем, тогда нам будет что соединять дальше. Вот 20, почти 60. Почти 60 яиц. Да, вот здесь мне надо было тоже соединять 60 яйца. 60, это круто, мама. Да, 4 таких еще сундука получим. Так, я пока их в сторону. Вот они все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот я пока их в сторону уберу, чтобы они мне тут не мешались сундуками. Это потом другой разбор. Так... Какие у меня тут вот эти яйца у меня тоже здесь. Вот, все, больше нету, да? О, зелененькое, такое травяное. Вот.
Тут еще выскакивают и обычные бывают яйца. Ну, не мешайтесь мне тут, красавчик. Такие яйца облазились на деревьях, такие золотые. Да, вот, видишь, какие тут дракончики выскакивают. И вот таких 5. Сейчас мы тут все их распакуем. Как раз таки. У нас сегодня среда, день распаковки. Всяких призов, то, что мы насобирали. Так, вот еще одну, третья, между прочим. Моя сегодня решила с тобой. Да, ну здорово, мне веселее, когда ты со мной. Честное слово, я люблю, когда ты со мной. Так, во, смотри, уточки дали одно яйцо. Вот, опа-пам. Так, еще распакуем. Я так понимаю, что все смогли эти 6 призов получить. Надо буквально 1,5 часа, чтобы их всех получить, эти 6 призов, как я. Хотя так и написал, как дела, дружище. Как дружаи, дружище. Хорошо дела у нас, правда? Это я сказала, вот этот дракончик, вот этот вот. Да. Который космический. Космический сказал. Так, есть. Последний у нас остался. Последний вот. Последнее гнездо с кучей яиц. Вот. Там соединяем по 5, это выгоднее. Ой, еще одну уточки дали яйцо. Ты посмотри, как классно. Да откуда они дают? Вот. Откуда? Из гнезд. Так, вот здесь 5 у меня. Могу чинч вот соединить. И это тогда... Сколько еще гнезд осталось? Все, последнее гнездо осталось. Точно? Вот, да. Сколько ты ж хочешь у меня, чтобы их было? 45. Нет, одно событие у нас на этой неделе было. О, бабочке дал яйцо. Видите, иногда бывают такие яйца тоже премиальные, как их называю. О. Еще медаль дай. Прошу. О. Мудрого. Мудрого еще один. И дайте вот сюда. Давай. Уточки. Раз, нет, такое яйцо. Прошу, уточку. Вот. И последняя надежда. Ты уточку хочешь? И нет. Так, вот эти яйца складываем сюда. Вот они сюда складываем. И сейчас так, эти 4 яйца. А куда это сундук логово? Сундук логово, вот он. Сейчас увидишь, что даст. Сундук логово. Вот он даст. Сейчас все узнаем. О, смотри. У нас и всякие легендарные яйца, тут премиальные, и деревья есть. Драконовые, которые нам не нужны. Яйцо оленя. Да. И смотрим, что у нас тут вот такое дерево тоже нам не нужно. И вот эта трава нам уже не нужна. И это нам не нужно. И это. Давай смотрим, сколько в гнезде логово. В гнезде логово 3 яйца у нас было. Ничего. И тут посмотрим еще в гнезде логово яиц. А в этом за сундук такой? Это сейчас мы в Аркадию сходим потом, когда все сделаем, сходим в Аркадию. Так, 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 но не вижу я. Ты видишь это логово? Нет. Нет. Нет, нет, не видим. Так, тогда будем 3 соединять. Так, 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 так. А, вот лишние тут предметы уберу. Вот тут все. А, вот это я сундук хотела показать еще. Один. А, он вообще открывается? Да, это знаешь, где я такой сундук получила? Где? Вот тут вот. Вот, вот. Там, где остров с драконьими заданиями. Вот здесь я наконец-таки собрала и получила вот такой сундук. Я хочу посмотреть, что в нем. Я хочу тоже посмотреть. Тоже хочу посмотреть. Давай тогда его как-нибудь вот нажмем и посмотрим, что же нам тут дадут. Монетка, сферка, монетка. О, смотри, еще звезду 3-го уровня. И цветок нам такой дали. И вот у нас монета. Монеты, монета. Вот такой сундук мы заработали и получили. И теперь в Аркадию. Сейчас. Так, не в Аркадию. Мы будем соединять драконов и получать драконов 2 класса. Сейчас. Мы это по средам всегда делаем. Итак, давайте, поехали. 12 соединений нас ожидается. И поехали. С самого начала собакрифончик, собачки. Котики. Я смотрю, сколько у нас тут яиц. Можно ли соединять яйца. Вот у лунного 5 драконов. Есть 1 уровня. Вот такие красавчики получаются. И еще. Это мы в событии. Все, говорит, сундук уже полный. Но мы поняли, что сундук у нас полный уже. Да.
На следующей неделе мы опять можем получить сундук 5 уровня и кучу премиальных яиц. Видите, мы уже набрали 50 очков, необходимых для получения этого сундука. Вот люди другие тоже уже набирают. И на следующей неделе тоже будем претендовать на такой сундучок. Итак, 1 уровня лунных дракончиков еще соединяем. И 2 уровня. Теперь нам эта фраза все время будет показываться. Вот такие красавчики. Так, все сказочный костюм. Костюмный, кукольный. Сейчас я по всем пробегусь. Сколько у нас тут? Вот одно яйцо кролика, купидончики, страсти, восходы, зимний. Вот зимний у нас есть. Яйца соединили. Так, шутки, олень, конфетный, черепашки, водные. Шуты, земля, самбочка, огонь, гера, вот 3 яйца. Видите, так мы их на поле не видим, а так можно и пробежаться чаще. А 1 уровня соединяем драконов. Есть. Дзенчики, зевсы, сеты, дружественные. Вот эти можем соединить осколки в яйцо. И 1 уровня. Это спасибо большое нашим друзьям, которые нам дают подарки. Вот это именно дружественные драконы можно из подарков собрать. Так, солнце, Анубис, стадионы, Шиба, время, пепельные, королевские, дикие грифончики. Смотри, не успевает даже подскачиваться. Жемчужные, кристаллы, драконы логова. Вот можно яйца логова соединить. Вот и место у нас освобождается. Шоколадные, ониксы, десертные, кстати, да, хамелеончики, феи, дракончики, викинги, космос, птица, обжора. И новое вот это яйцо мы получили, призменного дракона, да, это в святилище, пегасик, медасик, бабочка, говорит, 1 уровня соединение, пожалуйста. Есть. И еще 2 уровня бабочки соединяем. Интересно, 2 класса будут на этой неделе хоть одним. 3 уровня. Вот такие красивые драконы, бабочки. У них крылышки. Давай, и нету. Нету. Жизнь. Мудрые. 2 яйца. Космические. Вот 1 уровня можно соединить. Космические мы получаем на уровнях гнезда. 2 уровня есть. Дальше 3 уровня. Так, и посмотрим. Блин. Нет, племенного 1 уровня. Какой толстый. Толстенькие, да. Так, гаргульки природные, алые, травяные. О, давай соединим травяные яйца. И 1 уровня можем соединить. Остались простые у нас дракончики, да? Так, каменные 1 уровня. Неужели 2 класса ни одного дракона не будет? Ух ты! Зеленые соединяем. Так, и 1 уровня собралось. Как-то мы даже не пошли 4-го. Так. Так. Есть пятнистый 1 уровня. Есть драконы 3 класса? 3 класса, нет, только 10 уровня, последний уровень драконов. Так. А когда появится 3 или 5 класса? Тут, не знаю, будет ли. В этой игре много изменений всяких разных. Вот появилась сейчас башня, да, с призами, которые ты сегодня играл и призы получил, кстати. Да, сынок? Угу. Хорошие. Вот, смотри, пятнистый 3 уровня соединяем. О, такие красавчики. Он что-то летит. А это летит сейчас волшебник наш, реклама. Так, опять. Ну что, дальше колючий, големы. Пока 2 класса ничего не вижу. Неужели так скучно пройдет эта неделька у нас? Так, 2 уровень. И все, да. И поганочки 2 яйца. Слушайте, первая неделя, когда у нас дракона 2 класса нету вообще. Аркадия. Сейчас, поздравьте, у нас первый раз неделя такая у нас. Нету дракона 2 класса. Ну что ж, итак, у нас было событие, в котором один из призов было, это сундуки золотые для Аркадии. Да?
Мы получили их и решили открыть их вместе с вами. Вот два таких сундука. Посмотрим, сможем ли мы продвинуться. Мне чуть-чуть осталось до 18 уровня волшебства. Посмотрим, удастся ли нам собрать это дело. Набрать энергии для этого. Вот первые соединили. Так, эти цветочки сюда. Так, это новенькое у нас выпало. Это, по-моему, сюда, если я не ошибаюсь. Так, 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 вот так. Раз, два, три. Нету такой еще одной у меня. Одной. Призмочка выскочила. О, пятая призмочка. За них побольше дают. О, видишь, сколько дают энергии за них. Вот у меня еще одна энергия. Стоп. Так, вот эта вот свечечка сюда, вот эта вторая вот сюда, мороженка сюда и вот этот меч. Раз, два, три, четыре. Здесь у меня все по четыре, слушай. Здесь четыре. Сейчас второй сундук откроем, он нам поможет 100%. Вот второй сундук сейчас откроем. И там вот недостающее то, что нам надо. Вот. Сюда. Так, это 4. Вот. Видишь, сейчас. Слушай, пока все заполненное, я могу вот эти вот убрать лишние. Вот сюда. Правда? Во. А то мне вечно места из-за них не хватает. Вот. Зачем мне одинаковые? Правда? Так, 4. 4, 4. Так, два зелененьких. Вот сейчас соберем такие розовенькие. О, начинают писать нам. Так. И вот это вот у нас уже будет пятое. Вот. Вот, здесь побольше нам энергии дали. Вот. И еще нам бы такую собрать. Так, раз, два, три, четыре. Есть такая маленькая еще одна? О, как раз есть. Вот. Есть. Вот, две еще. А смотри, у нас вот эти пять собрались. Вот, какие энергии классные. Раз, два, три, четыре. Вот, еще одну нам такую надо собрать. Я думаю, что получится у нас. Так, этих три. Так. Есть. Вот это еще одна, третья. Так, это маленькая сюда. Что у нас еще тут собралось? Три мороженки, вот такие вот. А, вот еще одна, кстати, есть. Так, она просто раскидалась во все стороны. Все, это 4. Вот это вот свечечка. Вот этих сколько? 3, 4, 5. О, 4, 5. Есть. Вот. Ой. Не ту притащила. Да что ж ты такое? Не ту принесла. Куда она убежала? Вот сюда. Тут еще одна была, кстати, маленькая. Так. 4, 4, 4. Это нам ничего не даст. Вот эти могу соединить. Ножички. Ножички могу. А могу призмочки. До нового уровня. Две призмочки. Ну, хочется, да. Две призмочки. Призмочки будем, да, соединять, ты думаешь? Эти нам не дадут. Еще одну. Ну, давай по призмочке можем. Сейчас посмотрю, что-нибудь еще, может быть, и могу соединить. Призмочки. Призмочки. Ну, давай призмочки соединим. Вот эти три. Тогда вот. Раз, два, три, четыре. И вот эти пять. Ба-бам. О! Тогда нам точно вот хватает. Вот. И... Есть. Вот одну берем. Ба-бам! Отлично. Так, а эта призма у нас 4 уровня, да? Нам надо 5 собрать. Тогда будет так. Призмочки вот так вот. Есть. 18 уровень открылся. Да, открылся 18 уровень наконец-таки. Вот он. Там еще будут сундучки какие-нибудь. Парам-пам-пам-пам-пам. О! Довольно-таки большая территория открылась, да? Если так можно сказать. Так, у нас тут есть вот сундучок. Вот, сейчас мы его откроем, маленький. Тут у нас две вот эти штуки. Вот они, две.
Отлично, можем вот соединить. Вот одна. И вот эти три. Вот еще. А следующий сколько нам уровень? 470 надо, да? Ну, 470 мы, конечно, не соберем. Я просто место здесь освобождаю. Так, вот такие две свечечки нам дали. Призмочку еще одну. Маленький сундучок был. Вот это пятую мороженку зато дали. Вот. Теперь у нас такие три мороженки здесь. И вот так вот. Есть. Так. И вот эту вот штучку сюда. Так, что мы смотрим? У нас здесь вот такое есть вот. Вот такая штука, которая нам дает кристаллы. Куда тебе поставить, чтобы... Вот, вот сейчас вот такие вот мы соберем три, вот еще четыре, три, по пять я пытаюсь собрать, чтобы у нас подольше было, побольше, вот так, вот так, вот такие два, вот у нас будет их четыре, есть еще вот такой вот дают тоже, вот такие кристаллики, это все будет энергия из них получается. Так, еще маленький-маленький вот сюда, а большой можно сюда принести. А, это средние. Не надо мне тогда. Вот такая у меня еще одна осталась. Вот. Вот такие тоже. Это средние кристаллики, а нам нужно большой. Давай, может, объединим их? Вот, большой и соединим вот эти. Они не дают, они вот... Вот, четвертый. Вот, они вот такие вот выкидывают у нас, смотрите. Надо куда-нибудь его только поставить, чтобы он повыкидывал мне. Где место есть свободное. Сейчас они вот четвертый уровень, это последний. Он выбрасывает волшебные кристаллы вот эти. Сейчас он постоит и будет вот эти кристаллики выкидывать. Я вот этот поставлю на место сюда. Во-во, вот. Вот такие, смотри, выкину. Нет, подожди, он пока еще... Во-во-во, вот он их выкидывает, волшебные кристаллы. Мы будем их объединять. Вот, а он в сундуки превращается. О, классно. Это нас собираем еще чуть-чуть. Ну да, если даст еще. Он сундуки, смотри, еще дает. Нам еще. Так, ну-ка давайте-ка еще. Я хочу эти сундуки серебряные объединить. Или будем открывать их? Будем объединять? Три. Если получится, если нам соберутся такие. Вот. О, выкинула еще кристаллики. Раз, два. Три. Да, еще сейчас подождем еще чуть-чуть. Они потом исчезнут. Выкидывают сколько-то и исчезнут. Хватит ли у нас терпения дождаться? Вот вопрос. Много у нас уже. А как они получаются? Ну ты же видишь, из кристалликов получается. Вот такие сундучки превращаются. Я просто не хочу серебряные, хочу золотые открывать. А, все, исчезли. Вот они дали два мне таких вот кристаллика еще маленьких. Вот, и исчезли. Ну что ж. Блин. Тогда будем серебряные открывать. Будем открывать серебряные. Блин, давай. Так дождаться хочется еще. Ну почему вы не дали? Ну не дали больше. Вот, я могу зато вот эти объединить. Вот пять таких вот. Три, четыре. И вот эти пять теперь у меня собралось. Вот, смотри. Так, вот, потихонечку собираем. И вот это дали, кстати, пятый. Вот. Письма. Теперь у меня три письма. И вот таких пять, таких пять. Вот движутся потихонечку. Надо просто здесь... Ой, ну зачем ты объединился? Я ж не просила его объединяться, правда ведь? Он сам объединился. Вот таких два кристаллика у меня еще есть. Есть. Так, терпение, терпение. Призмочку дали. Вот. Вот такую вот грамоту. Ну что, открываем еще один. Ой, подожди, вот еще свечечка. Это пятая будет свечечка. Смотри. Па-бам. И вот таких у меня даже шесть стало. Сейчас я один хвостик уберу. Вот, наконец, эти горшки у меня появились. Сейчас дальше посмотрим. Так, у меня есть один синенький хотя бы?
Нету, надо синенький получить. Вот. Вот. И здесь 4 их. Вот тогда отсюда его утащим. Да, сегодня такой. Заснимать. Тебе интересно? Да. Ну, замечательно. Я люблю, когда тебе интересно. Так. У нас есть еще один сундук. О, вот этот. Даже без синий. Сейчас. Это их. Вот их тоже 5-я. Да. Вот я хочу просто вот собрать. 4 опять, да? Ой, здесь будет 5. Вот видите, какой хороший сундук все-таки получился. Серебряный, да? Так, 1, 2, 3, 4. Так. Вот этот тоже 4. И вот здесь надо вот это убрать. Что-то наобъединяем. Есть. Есть. Так, одна лишняя. Вот эти желтые объединяются. Вот. Желтые дальше не объединяются, они берутся. Да, вот они по 90. Вот, я их могу просто брать. Вот, видите? И 300. А, еще 170 даже надо. 169. 169. Ты, конечно, меня поправляешь, я понимаю, но одно очко тут не имеет значения. 170 получается. Так. Так, вот эти надо сюда перетянуть, чтобы они там на место, потому что я хочу горшочки соединить первый раз. Правда? 3, 4, 5. Вот. О! Вот, чтобы они тут не мешались. Вот хвостик. Вот горшочки. 5 мы объединяем. Бабам. Опа. И вот у нас 4-го уровня 3 штуки. Мы их соединим, да. Вот, 5-го уровня будет. Это будет реликвия еще одна. Сейчас я только вот эти вот объединю. Есть уже у меня такая. Есть. Уберу их отсюда. Вот, чтобы я могла реликвию. У нас откроется еще одна реликвия сейчас. Вот сейчас увидишь. Вот такая, бабам! О! У-у-у. Вот мы ее откроем сейчас. Я даже он выкинул, два да, таких. Да, и два таких. Вот она 5-го уровня, посмотрите, какая. Труп дракона. Ужас какой! Труп дракона. Это серьезно так труп дракона выглядит? Серьезно? Да, нет, это так нарисовали. А попадается труп дракона, мы открыли. Вот еще одну реликвию. Да. Он алмазы дал? Каким местом? Как? Вот так дал алмазы нам. И вот открылась еще одна. И вот такие вот дали, смотри, классные. Вот такие труп классные дракона. Свели. Труп дракона вот мы открыли. Размешат. Вот насмешат. Вот он, да. Вот будет такое яйцо давать. Есть. Так что мы еще сегодня открыли одну реликвию новую. Да? Абсолютно новую. Вот еще один сейчас сундук. Еще один сундук у нас есть. Вот 5 таких, как всегда. Так, вот. Будем собирать их в нужное место. Вот так. Сюда. Этот сюда. Где? Ну, то я видела, были вот еще 2 сферки. Вот потихонечку открываем территорию. Надо всю эту открыть как-нибудь. Так. Вот эти 2 у нас есть. Так, отлично. Есть. 2 синеньких еще 2 дали. Некоторые, видишь, больше дают, некоторые меньше дают, да? Так, призмочка 4-я. Вот такая 1-я. Вот такая сюда. И 2. Вот 2 сюда у нас. Блин, отсюда. Шарик, что больше ничего нет. Ну, вот так у нас на сегодня. Можем все соединить, 5-й шарик получить. Давай. Да? Получится у нас? Мне кажется, да. Смотри. Да. О, и тогда мы еще 200 получим. И тогда мы можем на следующий уровень перейти. Да. Если нам хватит. Да, смотри. Как раз. Да. Да. 19. Даже больше. 19 уровень. Он открылся. 19. Круто, мы 2 уровня открыли сегодня. Да. Ты рада? Да, с 2 сундуков, между прочим. Где он только? Вот он где. Я с 4. Да. Ну, у нас были 2 золотых в начале события, которых мы принесли. 2 события сундука. Ну, только тут мало как-то открылось. Блин. О, какая-то новая рыба. Рыба. Рыба с синей чешуей. Это будет новая реликвия, наверное, будем собирать. Даже вот он показывает. Да, морские реликвии здесь будут. Короче, надо все будет, наверное, собрать. И один сундучок. Ну, давайте посмотрим, что в этом сундучке у нас.
Так. О, ножик, ножик, ножик. Сейчас, сейчас. Вот это сюда. Ножик, ножик, ножик. Ножик у нас вот сюда пятый как раз. И там пятый. Па-пам. Вот первый начинаем. И вот здесь пятый. Та-дам. Вот, новенькая открываем. Да, у нас это еще реликвия не собрана. Вот такая. Вот она у нас собирается. Деревянные реликвии. Это будут деревянные яйца потом в будущем. Вот эти сюда, это мы знаем. Мороженка у нас сюда. А вот эта свечечка вот сюда. Ну вот, на сегодня послушайте. Блин, как мы... нам призмочку не дали? Ну, сколько можно? Вот так, какие мы молодцы на сегодня. Так, выходим отсюда из Аркадии и идем новый уровень проходить. Мы по средам пытаемся пройти новый уровень в нашем мире драконьем. Ты уже устал, сынок? А, как я тебя понимаю, уже 30 минут. Вот видишь, 30 минут ребенку достаточно поиграть в игру, чтобы он уже устал. Потому что я не играю в такую игру. Она очень сложная игра, да? Я другие игры, например, Ratchet & Legends, там, Brawl Stars, там. Так, все. Хорошо. Итак, идем, идем наш в мир драконий, на карту мира. И смотрим, какой у нас следующий уровень. На карте мир должны бы наконец-то до конца года хотя бы это все пройти. Вот мне очень хочется. Итак, на пути у меня золотой лук 16. 5 кубков он требует, чтобы играть. Поехали. Будем разбираться, что тут делать. Помощник мой ушел. О-хо-хо! Смотрите, какая большая земля. Ну, один такой остров, завернутый в спиральку. Для победы нужно создать росток дерева жизни. Для звезд собрать сырья с почвы, то есть съесть почву 10 штук, соединить малые богини исцеления 5 сразу и исцелить всю землю. Как не написано исцелять, каким хотим методом исцелить всю землю. Ну что, то, что мы видим, видим здесь только травушку. Давайте начнем травушку вот эту собирать. И дойдем до яиц. Как мы видим... Яйца у нас сейчас вот-вот-вот тут. Ой, у нас тут много яиц вообще на территории, поэтому не будем тут их жалеть, будем открывать и первую звезду выполнять, почву кушать. Нам поможет вот эта богиня, потихонечку она будет сердечками кидаться. И мы заодно можем тоже сердечки зарабатывать. Я так поняла, что нужно потихонечку идти, вот землю скушать. Вот еще земля открылась. Могу еще один цветочек сделать, наверное. О, тут у нас и черепочек. Я так понимаю, что мы пойдем по этой спирали. Другого у нас способа нету открытия. Пойдем по спиралике потихонечку. Да, будем открывать. Вот. И травушка еще одна открылась. Орешек. Нет, ну давайте. Ой, закрылась дверь ветром. Сейчас еще помощников откроем. И тогда мы побыстрее сможем. Сможем, сможем. Вот сейчас я открою еще земельку. Вот так вот земелечку можно еще скушать. Яйца. Так, есть. Еще одна трава тут я вижу. Это такой длительный уровень. Вот можно попросить травушку съесть. Дракончиков. Тут всякое разное будет. Нам больше нужно, наверное, вот все-таки добывать сферки. Вот камни тут открываются. И грибы. Вот трава разная. Вот я могу вот здесь открыть вот эту траву. Вот, вот вытащить тоже росточек. Есть, и землю скушать потихонечку. Вот сюда подставим сердечки. Еще открылось что-то. О, хорошую сферку добыли нам. Есть же. Вот, можем дальше пробежаться немножко. Так, вот трава у нас тут. Открывается еще. Еще одно яйцо. Давайте 5 соединим.
Раз, два, три, четыре, пять. Есть. Вот у нас еще два дружка. Можно траву объединять. Еще две земли скушать. Есть. О, отлично. Так, первая звезда. Мы сделали первую звездочку 10, скушали земель. Вот, теперь можем идти дальше. Нам главное всю землю открыть. Вот, открываем, открываем. Всю землю кушаем. Вот это все. О, кости можно здесь вытащить. Вот еще один цветочек. Есть. Продвигаемся дальше. Ты дверь закрой, она стучит потом. Ветром вот так закрывается там. Тут очень такой уровень у меня попался. Всем привет. Еще раз, да. Всем привет. А какие тебе задания? Задание первое я уже выполнила. Вот нужно было всю съесть землю. Теперь а мне сколько нужно трофеев надо было? Что нужно было? Трофеев 5. Каких трофеев? Ну, это не категория. А, чаш надо было 5, чтобы играть в эту игру, да. Как нужно всю землю нам мне открыть как сейчас. Много? Да, 5 целых надо было. Поэтому такой длинный немножко уровень будет. Но нужно всю землю открыть, сынок, нам. 3, 4. О, цветочки могу еще объединить. Кости. Есть. Вот цветы. Я потихонечку вот открываю всю землю. И тут у меня фиолетовый цветочек. Фиолетовый. Можно объединить. О, сколько я сразу открыла земли. Отлично. Есть. О, я побыстрее пошла. Уже побежала, можно так сказать. Уровень тяжелый? Нет, уровень не особо тяжелый. Просто его нужно спокойно проходить. Спокойно, спокойненько. Так, потихонечку. Вот. А, тут мертвая земля появилась у меня. Кирпичики нужны. Чтобы кирпичики вот у меня добыть. У меня есть такая ножка, чтобы добыть кирпичики. Вот, мне нужно всю землю открыть. А, кстати, грибы мне тоже нужны будут. И вот призменный цветочек. Вот у меня уже создался. Тут мертвая земелька появилась. Вот. Так, это я вытащу. Есть. Сундуки. Что у меня тут еще мертвая земля? Мертвая земля, листик у меня есть. О, какой камень огромный. Тут я могу вот получить вот такую сопку. Облачную вершинку отправили 2 в лагерь. Теперь звезды надо 10 звезд получить. Так. А, ножку еще мне нужно. Вот как раз ножку отсюда я смогу получить. Вот они мне, 2 ножки. И мне нужно еще кирпичи с них получить. Вначале, перед соединениями. Надо обратить внимание, что здесь есть... Надо обратить внимание, что здесь есть мертвая земля, которая так просто... Что просто так не откроется. Так. Вот еще одну ножку я заработаю сейчас. Так, есть, вот, еще одну мертвую землю открыли, теперь мне нужно. Так, вот, потихонечку, травушку сюда, а чтобы травушку нужно здесь открыть еще вот этот цветок, сколько он, 1 всего? Так, это первый цветок для выхода из вообще этого... Это и вообще этого уровня, можно так сказать. Так, вот еще один призменный цветочек. Есть. Так. Вот так вот. Вот так я соединю. Тут грибочек. Сердечки простые мне нужны. Вот одно, вот второе. Есть. Еще дальше открываем. Вот мне здесь нужен был призменный цветок вот такой. Есть. Так, а где мне взять вот эти призменные цветы? Один у меня вот тут есть.
цветок и грибок вот у меня один есть. Мне нужно... Вот сундук этот не открываем тогда. Так. Есть фиолетовый один цветок, второй, третий. Три. Так, а сколько у меня вот этих красавиц уже? Раз, два. Мне надо их пять соединить. Три. Где они у меня еще? Вот одна. А, вот четыре. Есть, мне нужно пятую еще. Хорошо. Так, травушка. Есть кирпичик, мне нужен еще простой кирпичик. Вот из этой ножки достать простой кирпичик одного. А вот они у меня, кирпичи уже надобывали. Вот они, молодцы какие. Есть. А дракончики? Да, дракончики молодцы. А где они? Так, грибы давай найдем. Где дракончики? Сейчас, подожди. Дракончики летают тут у меня. Сейчас мы все откроем, то, что здесь открывается. Труп дракона. Труп дракона тебе сегодня... Вот у меня призменные цветы. Вот, призменные я сделала. Так, вот мне еще надо кирпичик. Здесь есть мертвая земля кое-где, видишь? Кстати, в жизни, когда, если были бы драконы, они бы не стреляли бы огнем, а дышали. Они стреляют, они дышат. Mm-hmm. Они типа как стреляют в игре, они дышат. Так, мне нужен еще один гриб, сынок. Вот, один, раз, два, три. Вот у меня два таких гриба. Найди-ка мне еще один гриб. Где-то он должен быть здесь. Как он здесь? О, листик зато у меня есть. У меня уже есть листик, вот. У меня есть сундук. А это вот красный? Гриб нашла. Вот, красный мне надо, да, второй. Вот он. Сделала я его. Вот, теперь сундук. Главное было сундук не открыть здесь. На этом уровне. Так, вот. У меня почти уже вся земля открыта. Мне осталось только сделать сферку. Так, три цветка. Здесь раз, два, три. Сейчас цветы. Вот мне еще фиолетовый цветок надо достать. А чтобы фиолетовый достать, мне нужно его сделать. Ой, так, сила. Вот пятая у меня есть. Вот. Одна звезда была соединить пять сразу. Вот, богинь, исцеление. Есть. Вторая звездочка прилетела. Не фиолетовая. Не фиолетовая, к сожалению, да. Вот один цветок у меня есть, чтобы достать. Вот у меня два цветка есть, да? Мне осталось последнюю землю, мне надо еще один такой цветок сделать. Для этого мне нужно вот раз соединить, два цветок. А где третий? Третий надо создать, я поняла. Третий надо создать. Ну что ж, давайте будем создавать. Есть. Вот раз, два, три, четыре. Мне вот осталось еще чуть-чуть, осталось чуть-чуть. Вот раз. У меня же есть вот уже, ага, надо еще один такой вот цветочек сделать, синенький. А так у меня здесь все открыто, вся земля, один вот цветок осталось. Для этого мне нужно еще вот соединить точки. Тут глаза аж разбегаются от всего, что здесь есть, правда? Угу. Вот еще один сейчас цветок сделаем. И тогда на этом все будет. Господа мои хорошие, сейчас вот росточек мне нужен один, вот он, раз, два, три, ну смотри, собираем, раз цветок, два цветок, вот он, вот два таких цветка я даже сделала, могла один, и вот такой цветок, вот такой, и вот он, вся земля, ну-ка, дайте мне звездочку третью, луна и простая. Вот такая простая. Где у меня все звезды? Куда я складывала все звезды? Или я их уже разобрала? Нет, вот они. Вот. Разбираем звездочки. Вот. Получаем еще одну звезду, третью. Так, разбираем. Посмотри, это для уровня выскочили. Да. Есть. Так, монетки все собираем. Собираем все, что можно на этом уровне. Вот, 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 все-все собираем. Открываем все сундуки. Зачем тебе монетки, они же. Яйца покупаю. Яйца покупаю за монетки. И за 8 тысяч есть яйцо. Вот, поэтому я покупаю. Вот. Есть. И соединяем, чтобы выйти с этого уровня. Соединяем цветы. И получаем росток дерева жизни. И могу еще яйца соединить. Сейчас посмотрим, что вообще дают нам на этом уровне, сынок. Да?
Вот такой, вот такой вот в виде спиральки. Сам нормально. Да, пожалуйста, сейчас подождем, пока он зарастет деревьями. Я счастливый на топиар, если что. До пиара нам, в принципе, ничего не надо. Я просто хочу посмотреть, что же дают в этом уровне. Когда это закончится? Когда это закончится? Когда все деревья прорастут. Ну, нажимай. Уровень пройден. Итак, я же говорю, что я счастливый. ТПР в виде медведя здесь можно купить за 99 самоцветов. Грибочек, монеточки дают. Нам это все не надо. Вот можете посмотреть, что можно на этом уровне получить. И смотрим, что у нас дальше будет. Какой дальше уровень на карте мира? Тебе не интересно? Золотой лук 17 дальше будет. Золотой лук 17. И требуется 3 кубка, чтобы его проходить. Ну, оставим его на следующий раз. А пока скажем всем вам пока-пока. Спасибо за просмотр. До свидания.